Во время ремонтных работ в одном из помещений нунциатуры дипломатической миссии Ватикана в Риме обнаружены человеческие останки. Итальянская прокуратура проводит их криминалистическую экспертизу. Римский прокурор Джузеппе Пиньятоне распорядился установить возраст, пол и дату смерти человека, чьи останки были найдены в здании нунциатуры. Предположительно, останки могут принадлежать Эммануэле Орланди, дочери ватиканского служащего и подданной папского города-государства, которая пропала без вести в 83 году в возрасте 15 лет. Сразу после исчезновения Эммануэлы высказывались предположения, что она была взята в заложницы сторонниками Мехмета Али Агджи, который в 81 году был приговорен к пожизненному заключению за покушение на папу римского Иоанна Павла II. Однако ответственность за исчезновение девушки так никто на себя и не взял, и ее тело обнаружено не было. Ее судьба осталась самой большой загадкой в новейшей истории Италии.